Райский сад. Шторы, которые сегодня Юлечка предлагает с нашим телезрителям по сумасшедшей скидке, на мой взгляд. Знаешь, вот в магазин, когда приходишь, ну да, можно обнаружить ну какую-то такую вариацию короткую за 3-4 тысячи. У нас 2999 рублей, целый комплект и куча, смотрите, огромное количество сияющей ткани. Потрясающее предложение. Олечка, мне очень нравится, что это именно комплект из двух штор с расширенным размером каждого полотна. Ты действительно правильно начала, говоришь, уютная цена за такое предложение с большим количеством ткани. Вот с этого и хочу начать. 2 метра. Обычно шелк выполняется 1,45 м или 1,50 м. В данном случае каждая портьера 2-метровой ширины. Это говорит о том, что вам будет удобно повесить на окошке, если в случае, когда планировка такая, когда 2 окна в комнате, вы одним комплектом украсите всю гостиную или всю спальню. Слушай, ты знаешь, Юлечка, я вот сейчас смотрю на этот чудесный дизайн, да? А, понятно, что размер у нас здесь внушительная цена, минимальная, только сегодня, только на один день. Но меня интересует следующий момент. Знаешь, я замечала за собой, когда я прихожу, например, в гости к своей подружке, вот у нее все темное такое, и сразу такое состояние удручающее. Знаешь, хочется побыстрее уйти, вот как-то не располагает. Вот скажи, какие краски должны преобладать в доме, чтобы вот хотелось постоянно находиться? Вот, Олечка, сегодня у нас тема цветотерапия, и именно поэтому мы будем много говорить о влиянии цвета на человека. Подружке своей расскажи, что темный цвет действительно влияет не очень хорошо, поэтому пусть она наполняет комнату светлыми оттенками. Вот наше спецпредложение дня. Изобилуют пастельной цветовой гаммой, на которой роскошные яркие акцентные узоры. Пастельная гамма. Бежевые оттенки снимают усталость и считаются цветами комфорта. Их прям так и называют. Комфортные цвета. Обратите внимание, они еще и с градиентом. Это мягко будет восприниматься. Вам будет очень хорошо, и вы будете полноценно отдыхать дома. Что касается сочных тонов, в данном случае цвет женственный, жизненный, цвет жизнерадостности. Это розовый цвет, даже такой цвет розового кварца, и бирюза, которая дает свежесть в интерьер. Если вы так же, как Олина подружка, живете в темной комнате, вам не хватает ярких красок, преобразите вашу комнату с нашим роскошным райским садом. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, как эти шторы будут смотреться в вашем интерьере. Юль, сразу вопрос. Во все ли интерьеры ты рекомендуешь наше специальное предложение? Да, наше спецпредложение отлично вписывается в разные типы интерьеров. Я объясню, почему. В данном случае это фитодизайн, то есть это изображение цветов. Эко-стиль в интерьере, когда есть изображение природы, это универсальное решение. Поэтому, что бы ни было в вашей комнате, как бы она ни была оформлена, это в любом случае сочный, мощный, яркий штрих, который наряжает комнату, преображает комнату, и вы еще и пойдете в ногу со временем. Олечка, это тренд года, и причем главный тренд. Если вы идете в ногу со временем, если вы хотите освежить свой интерьер яркими, нежными в то же время красками, звоните прямо сейчас. Напоминаю, что сегодня максимальная скидка действует на шторы, на целый комплект. 1800 рублей вы сегодня экономите, и меньше 3000 рублей вы платите за огромное количество столь блестящей ткани. Да, кстати, про блеск с тобой поговорим. Ты знаешь, мне очень нравится, как холёно смотрятся наши райские шторы. Скажи, пожалуйста, что это за материал? Насколько он практичный и долговечный? Эстетично, действительно. Шелк блестит вот просто переливами мягкого лунного света. Мне тоже это очень понравилось, Олечка. Это шелк. Но шелк непростой. Шелк современный, декоративный, с прочным тройным атласным плетением. Поэтому при эстетике и при визуальной легкости и воздушности эти шторы прочны и прослужат вам 15-20 лет. Верой и правдой, без потери качества. Мне очень нравится в данном случае именно исполнение плетения. Как эксперт, Оля, это отмечаю. Не только эстетика, но и практичность и уверенность в покупке. Так что если вы выбираете блеск, но думаете, что это непрактично, мы в прямом эфире вам доказываем все обратное. Кстати, про блеск, Юль. Так. Сегодня, заказывая любой товар на нашем телеканале Shop & Show, мы автоматически получаем серебряную цепочку в подарок. Как это приятно. Друзья, без серебра сегодня не останемся. Итак, специальное предложение только сегодняшнего дня. Серебряная цепочка в подарок. И, конечно,
конечно, друзья, все звонки бесплатные, оплата при получении. Это телеканал Шоп-н-Шоу, у нас все по-честному. Вы бронируете, оплатите, когда товар к вам уже в ручки попадает. Ну что ж, продолжаем изучать наши шторы. Ты знаешь, мне еще хочется узнать, насколько здесь качество вот хорошее, потому что бывает такое, приобретаешь шелковые изделия и даже эко-шелк, и они потом катышками вот такими случаются. Ну, все-таки качество тут очень важно. Когда мы говорим о качестве и о шелке, хочу сказать о двух главных вещах. Прочность ткани мы с вами уже проверили, можем сделать это еще раз, они не деформируются, переживают большое количество стирок, ткань сохраняет свою первозданную геометрию, в этом мы с вами убеждены. Еще хочу сказать вот какой момент, Олечка, очень важен рисунок все-таки, да, потому что, ну, шторы – это красота, это восприятие наше прежде всего визуальное, поэтому я понимаю, что очень хочется, чтобы мы, когда постирать, сняли шторы, не увидели выгоревшего пятнышка, вот как это часто точно бывает. Поэтому я для вас подобрала спецпредложение, выполнено по современной технологии. То есть в данном случае мы видим роскошный принт, выполненный методом сублимации, и это фотопринт, который служит 15-20 лет. Смотри, неактивное солнышко, лучи, вот прямые, немногочисленные стирки не способны испортить этот рисунок. Роскошные пионы, которые являются символом достатка, будут цвести для вас. В районе 20 лет рисунок не теряет своей вот первозданной красоты. Ну что ж, давайте подведем итог. 15-20 лет. Именно столько вам прослужат шторы «Райский сад». Шторы, которые сегодня являются специальным предложением только одного дня. Также напоминаю, что за 2999 рублей вы приобретаете два огромных полотна, 4 метра в совокупности. Знаете, люблю такие королевские варианты, когда фалды создаются, когда такой вот объем. Мне это нравится. Далее, друзья, не забывайте, что это эко-шелк, который будет добавлять блеск вашему интерьеру. Ты знаешь, я всегда думала о том, что идеальный интерьер для меня – это шик, блеск, красота. Вот эти шторы, вот это прям то, что вот мне нравится. Я с тобой согласна, и с тобой согласна, Олечка, все мировые дизайнеры. Этой осенью дизайнеры большую ставку, большой акцент делают именно на статусные ткани, считая, что статус дома, стабильность, уверенность хозяев, вот все-таки от этого зависит, потому что мы с вами другое ощущение получаем, что у нас дома вот дорогая ткань, очень красиво, и мы понимаем, что у нас, мы живем в достатке, и у нас все хорошо. Это наше ощущение. Что касается цветотерапии, о которой мы сегодня будем много говорить. Здесь у нас яркая палитра розового, это цвет женский, цвет жизнерадостности, бирюзовый. Это цвет, который способен освежить пространство. Ну а изобилие пастельной гаммы – это цвета комфорта. Я подобрала для вас самые мирные цвета, которые позволят вам ощутить неповторимый, непревзойденный уют дома. Но цена только сегодня – 2999 рублей. У нас такой ажиотаж с самого утра, и мне всегда нравится. Понимаешь, что проснулись с утра, в 6 утра мы с Юлей, не только вдвоем, но и вся страна уже выжидает, что сегодня будет спецпредложением. Вот специальное предложение, которое действует только в течение суток, до 8 часов утра следующего дня. Поэтому звоните, дозванивайтесь, заказывайте прямо сейчас. К вечеру уже наверняка нашего спецпредложения не будет, потому что по такой стоимости даже одно полотно подобного качества в магазинах не продается. Я знаю, какой еще у вас вопрос есть для Юлии Колосовой. Хорошо, я приобрету эти шторы, а у меня крокодил, а кто-то скажет, а у меня крючочки, а кто-то скажет, а у меня штанга. Мне придется, получается, в ателье бежать, все это подшивать? Ну, никуда бежать не придется, шторная лента пришита. А это значит, вы не прогадаете с покупкой, и если будете брать такие портьеры на подарок, не прогадаете с подарком. Я понимаю, что действительно карнизы у всех разные, но шторная лента – это универсальное окрепление, поэтому крючочки у вас, крокодильщики, штанга – абсолютно неважно, карниз менять вам не придется. Наше спецпредложение «Райский сад» подстроится под ваш карниз. Есть еще один момент, я успеваю об этом сказать. Глянец еще и не накапливает пыль, поэтому вы еще и заботитесь о своем здоровье. Дома будет свежо, никакой пыли. Ну что ж, друзья, знаете, вот обернитесь вокруг, посмотрите внимательно, не пора ли вам что-то поменять в своем интерьере. Правда, все-таки шторы новые, они нужны. Именно вам. 2999 рублей. Звоните, заказывайте. Серебряная цепочка – подарок.